Прямые рейсы в северную столицу возобновлены. Авиакомпания «Руслайн» открывает новый регулярный рейс по маршруту Санкт-Петербург-Нарьян-Мар-Санкт-Петербург. Самолеты в этом направлении будут летать дважды в неделю, по вторникам и субботам. На сайте авиакомпании уже можно приобрести билеты. Стоимость перелета от 6000 рублей. Первый самолет из Санкт-Петербурга в Нарьян-Мар полетит 3 февраля. Вылет из Пулково в 8:40, прибытие в 10:45. Вылет из Нарьян-Мара в 12:10, прибытие в северную столицу в 13:55. Время в пути около 2,5 часов. Информацию о новом авиаперевозчике подтвердили в Нарьян-Марском авиаотряде. Они уже получили слоты на выполнение полетов по вторникам и субботам. Продукт более качественный, прямой рейс. Ну, они в 2009 году пытались накатать линию на Москву, но в то время уже работал ЮТР, так что они просто ушли от конкуренции. Вот. А сейчас направление свободно, конкурировать не с кем. На новое направление авиакомпания выделила самолеты CRJ-200, рассчитанные на 50 кресел. Они считаются наиболее рентабельными на региональных пассажироперевозках. Пока рейсы Санкт-Петербург-Нарьян-Мар значатся в зимнем расписании компании до 28 марта. В «Руслайне» обещают, что и на летний период 2015 года этот маршрут также будет заявлен. Не исключено, что авиаперевозчик откроет рейсы и на другие направления, как на север Киров-Сыктывкар, так и на юг Адлер-Сочи-Геленджик. Все будет зависеть от той же рентабельности.